общем, порой бывает в жизни, что имеющееся количество котов умножается на 2. Чернышек. Чернышек теперь живет у меня, да? Вот. Будем его лечить. Возможно, у него подкожный клещ. Мы проверили его у ветеринара вчера. Поймать его не составило особого труда. Мы его приманили вот такой же вот курятиной. Он с удовольствием угощался, да? Сейчас будем приучать его к туалету. Не знаю, он здесь уже лужу наделал у меня в одном месте. Но это не критично, сейчас мы ее вытрем. Это ерунда. Не пугайтесь, хардкорной квартире. Это специально такое я решил оставить. Soviet Aggressive Style. В память о бабушке. Вот, да, то есть здесь... Даже смотрите, какие интересные батареи. Ну, батареи такие уже постсоветского стиля. Ну, в общем, вот чернышка у нас, да. Кушает курицу с желе сейчас. Сначала он долго сидел под шкафом, не выходил вообще. То есть, причем ему давали мы на полиэтилене всю еду. Он ее так лапкой выпускал когти и затаскивал под шкаф. Вот такие вот дела. Ну, в общем, он практически уже гладится, дает. Да, будем его откармливать, обрабатывать. Тетя ветеринар будет за ним наблюдать, там посмотрим. Я хочу еще кошку эту взять с улицы, но не знаю. Тут уже сложно, тут, конечно, могут быть потенциальные котята. Она такая же, черная, очень красивая. Я постараюсь, наверное, обновлять ситуацию по мере развития. Просто вот кошка, она для раз с другими кошками. Поэтому вот она все немножко, видите, покоцанная немножко, да, она. Ничего, все сделаем. И ухи-то посмотрим тоже, внутри все ухи. Не нравятся сейчас ухи, когда трогают кошки. Вот дурные они, коты все такие, они дерутся. Да, зачем-то дерутся с другими котами. Все дерутся, непонятно. А бока что? Бока нормальные. Что говорят, что распухшие бока, что это глисты? Нету никаких глистов. И больше нету никаких проблем. Да? Кто это пел этот? Господи, я все забываю, как этот. Пудель-то длинноволосый, блин. Леонтьев, ёшкин кот. Ёшкин кот. Да? Ёшкин кот. Вот так. Все черное. Пантера. Пантера? Да? Пантера. Всегда хотел пантеру. Вот такая пантера выросла. Да. Вот так вот. Тебе вымыть бы мордашку бы еще. У тебя даже нос не подран. Нормально. Доведем до кондиции выставочной.